Здравствуйте, старший инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Люшко. Разрешите ваши документы водительского удостоверения, свидетельство о регистрации на транспортное средство и страховой полис ОСАГО. Сотрудники ГИБДД не только проверяли документы у водителей мотоциклов, но и проводили профилактическую беседу по правилам дорожного движения. Такое внимание к владельцам двухколесного транспорта связано со сложной обстановкой на проезжей части. Мотосезон стартовал совсем недавно, но, как рассказали инспекторы, на дорогах муниципалитета произошло уже несколько ДТП. Открывается мотосезон у нас в апреле месяце, в конце апреля месяца, соответственно. Длится он до 1 октября. Ну и, соответственно, такие рейды проводятся на постоянной основе, потому что, опять же, повторюсь, в связи с большим количеством дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. Тимур Силагадзе управляет мотоциклом всего 3 года, предпочитает этот вид транспорта из-за удобства и быстроты передвижения. В наше время очень много автомобилей, пробки, и в то же время наши службы не справляются с ремонтом дорог. Это не из-за того, что только автомобилей много и дорожники виноваты там. Всего. Много машин, много работы для работников. И поэтому для передвижения мотоцикл как бы более быстрый транспорт. Госавтоинспекция напоминает, что мотоциклисты – полноправные участники дорожного движения. Пренебрежение к ним со стороны водителей автомобилей нередко приводит к авариям. Однако и мотоциклист не должен допускать нарушений правил. При управлении мотоциклом необходимо знать, что данное транспортное средство должно быть зарегистрировано в установленном порядке и, соответственно, должна быть открыта соответствующая категория. В ходе рейда всем остановленным водителям инспекторы напоминали о необходимости постоянно оценивать обстановку, особенно при обгоне, быть внимательными при проезде перекрестков, в которые могут быть не готовы другие участники дорожного движения. Это мотоцикл выходного дня, чтобы каждый день не ездить. Опасно ездить каждый день, правильно? В таком движении. Поэтому чисто, когда ветер нормальный, солнышко светит, можно и прокатиться, правильно? В период мотосезона сотрудники госавтоинспекции еще раз призывают водителей данных транспортных средств быть внимательными на дорогах, использовать шлемы и защитную экипировку и соблюдать скоростной режим. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гюльнара Балаева, Видное ТВ.